Опять всем привет. Смотрите, покажу, вырастили вот такие вот грибы. Вешенка. В погребе. Я сам удивлен вообще, что это все выросло. На самом деле они вот такие интересные. Смотрите, прям большие лопухи. В общем, ребят, сейчас все расскажу, как-то все без лишних заморочек. Я вообще рассаживал, брали мы мицелий здесь на грибной ферме. А пачка мицелия на все, он по цене вышло что-то 600, по-моему, рублей за 5 килограмм. 600 рублей 5 килограмм. Я его рассаживал вообще на пеньки, хотели, ну, собираемся выращивать на пеньках все это на улице. И осталось много мицелия, я думаю, что делать, блин, давай блок что ли попробуем сделаем. И это солома, просто покошенная, прошлогодняя даже с участка. Она вскипяченная была, там, минут 5. И потом вот это смешано, сделано несколько дырок таких, ну, пошире. Потому что это пластик, это кега. Пивная кега, у нее просто было отрезано дно. Ну, вот я немного вскипятил соломы, кастрюлю самую большую, поэтому она получилась меньше. И вот здесь вот еще это щепа вообще какая-то. Не знаю, чего еще, по-моему, дуб, что ли. То есть здесь уже тоже вот примордия появились. Ребята, вот такой погреб, без всяких вообще лишних заморочек. Я серьезно говорю, кто-то там температура, вот это влажность что-то и так далее и тому подобное. Мы вот это все просто опустили. Вот здесь еще стояла вода в начале апреля, это юг России. Здесь стояло где-то по колено воды. Я повесил на лестницу, подвесил все это. И все это висели что-то как-то, ну, может быть, недели прошло две. Никакого освещения здесь не было, это уже потом я лампочку повесил. Недели две это все висело, про нее вообще забыли. Потом спускаемся в погреб, а там торчат примордия, такие вот маленькие. Ну, вот как вот здесь, по типу такого. Вот камера GoPro плохо показывает, но вот начинает вылазить грибочки. После этого мы просто, ну, перевесил лестницу сюда, потому что вода ушла, поставил. И включаем лампочку, это 5-ваттная светодиодная лампа, на, ну, на световой день, часов на 12-10. Утром включили, вечером выключили. И буквально из вот таких вот примордий, сегодня вот пятый день, на пятый день уже вот такие грибы. В погребе ничего у нас никак не регулируется, то есть он сырой. Он всегда сырой, все лето сырой, я думаю, это играет очень большую важность. Я еще для антитереса вот пару пеньков сюда тоже заразил, поставил. Сейчас еще дом добавлю. Температура здесь, я не знаю, ребята, но вот сейчас конец апреля, на улице днем где-то 20, но здесь, я не знаю, может градусов 10, может быть 15. Ну, в общем, так получилось, я так понимаю, что случайно совершенно, что у нас погреб идеально подходит для выращивания вешенки. Здесь температура нормальная, прохладная и очень хорошая влажность, процентов 90. И плюс вентиляции, опять же, никакой принудительной нет. У нас два продуха. Вот продух и вот здесь вот второй продух. То есть вот так вот. Никаких там обогревателей, ни вентиляторов, ни увлажнителей. И вот так вот растет вешенка. Хотел я обработать серной шашкой еще сам погребок, думал, может это, но почитал руководство и не стал этого делать. Ну так вот, ребят, можно вырастить вешенку просто в подвале, в таком вот блоке, на соломе. Это экспериментальный был вообще вариант.